Региональное отделение партии «Единая Россия» сегодня это почти 18 тысяч человек. В конце минувшей недели к ним присоединились новые единомышленники, еще 271 человек. Лидер брянских партийцев Александр Богомаз на торжестве отмечает, быть членом «Единой России» – это большая ответственность перед людьми. «Единая Россия» сегодня – это правящая партия в нашей стране, правящая партия нашей Брянской области. Это, конечно же, большая ответственность всех нас вместе взятых перед жителями нашего региона, перед страной за то, что делается и что будет сделано в дальнейшем для улучшения жителей нашего региона, для укрепления нашей страны, для укрепления единства во имя будущих поколений. Глава региона совсем недавно стал лидером брянского отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержало руководство партии и делегаты региональной конференции. Мы с вами должны понимать, кто возглавляет нашу партию в области сегодня. Ее возглавляет губернатор. Человек, который видит и слышит те проблемы, которые есть во всех муниципальных образованиях. Сотрудники строительных организаций, предприятий города, работники образования, здравоохранения, малого бизнеса получают партбилеты из рук Александра Богомаза. Эти люди уже убедились, насколько эффективно реализуются проекты и инициативы партии в регионе. Это поддержка, да, и малому бизнесу, и семьям, и в строительстве, и общее состояние города. Ремонтируются дороги, обустраиваются детские площадки, обустраиваются дворовые территории. «Единая Россия» – это сильная Россия. И я иду как бы сознанно в эту партию, и потому что мне она очень импонирует. На торжестве Александр Богомаз отметил заслуги Клинцовского городского местного отделения «Единой России» и пожелал новым партийцам плодотворной работы. Андрей Мамушин, Сергей Дюков, Максим Кузнецов. События, Клинцы.